Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Север, мы продолжаем проходить Dragon Age Origins. Как вы помните, находимся мы с вами в подземельях поместья товарища Хоу. Не товарищу нам гнида черножопая. Сейчас мы будем убивать его людей, потому что... Они крайние. Потому что они его люди, и нам что еще остается делать. Вообще, конечно... Ой, смотрите, жесть какая тут. А, может дыбу воспользоваться нормально? Ай, бедные люди. Так, мучитель. Прям для них даже имя другое дали. Ты посмотри. Ай, так, ну. И чё стоим-то? Я же вроде тыкнула. Чё-то вас тут до хрена, господа. Ни хрена себе. Вас тут чё-то очень до хрена. Ну и вы все поляжи. Да чтоб твою мать. Как меня бесит эта автонаводка. Примагничивание вот это дебильное. Заморозить всех к чертям собачьим. Так, вот вас сломать, сударь. Вас бы тоже не поменяло. Не помешало. Разбить дюранчик. Он стоит спиной по какому-то фигу. Бей, разбивай. Нет, не получилось, жаль. Да разбейте хоть одно туловище-то, ну. Чё-то не хотят они этого делать. Так, не, знаешь что, вот ты сюда. Дюран туда. Вин, что с тобой, почему тебе так плохо? Морриган, давай сюда. Слушайте, Вин, по-моему, может и этой подлечиться. Поэтому да. Вот так. Чё-то все сагрились, по-моему, на Вин. Это не очень хорошо. Так, вот ты должен умереть. Чё-то вас как-то больше, чем мне казалось. Отвалите. Угу, чуть-чуть сработало. Главное сейчас не профукать, когда кто-нибудь умирать начнет. Как у меня это обычно происходит. Отвлекусь, так смотрю, вроде все хорошо. Отвлекаюсь там на несколько секунд, и все, и там уже кто-то умер. Заметила это, Север? Нет, зачем? Что это было сейчас? Так, Вин. Где Дюран? Постой, да ты слышишь? Так, ладно, Вин, отгреби-ка ненадолго. Вот так вот мы сейчас сделаем. Ой, как хорошо! Ты посмотри, какой умный человечек. Вы видели это? Просто потрясающе. Как замечательно это вышло. Редко, конечно, так выходит, что прям так удачно. Чтобы конус захотел то, что в него потом пришло. Так, все, хорошо. Так. Кто-то надо. Не бросай меня здесь! Вытащи меня отсюда! Это приказ! Это меня так решили проучить? Неужели отец посчитал забавным бросить меня здесь так надолго, прежде чем прислать тебя? Мод на волосистость на мужской груди делает свое дело. Ух, хорошо. Кто ты? Так значит, мой отец не присылал тебя сюда? Я Освин, сын Банна Сигарда из Пика Дракона. Если ты не из наших солдат, скажи, кого же мне благодарить за спасение? Дюрана Серого Стража. Посланец законного короля Алистера. Не, ну... Хотя да, да, кстати. Мэрикова бастарда? Черт. Тогда понятно, почему ты здесь. То, что твой друг претендует на трон, стало величайшей угрозой для власти Лагейна. Позволь мне от всего сердца поблагодарить тебя. Я уверен, не меньше тебе будет благодарен и весь Баннерн Пик Дракона. Если тебя послал не мой отец, значит, он еще не знает, каких змей он набрал себе в союзники. Обратись к нему. Я уверен, он даст тебе любую награду, которую ты пожелаешь. Голос хочу. А, даже не знаю, могу представить, вступает. За что Эрл Хоу подверг тебя пыткам?
Один солдат, вернувшийся из-под Астагара, был моим молочным братом. Мы дружили с самого младенчества. Он рассказал, что под Астагаром его отряд получил приказ бросить Кайлана. Перед тем, как на короля навалились порождения тьмы. На следующий день мой друг пропал. Когда я пошел его искать, какой-то незнакомец угостил меня выпивкой, и я оказался здесь. Твой отец выступит против Лагейна на собрании? Так значит, Эрл Эамон все-таки приехал? Люди Хоу утвердили мне, что он и все его сторонники мертвы. Но клянусь, если только найдется, где выступить против Лагейна, мой отец обязательно будет там. Шикарно. А теперь мне надо домой, если ты не против. Да, конечно. Как бы я хотел увидеть это место в руинах. Да ладно, его еще можно отобрать, и здесь неплохо жить. Что-то место в руинах. Дворянин под пытками. Вот этот чувак. Я вот его надеялась найти, и слава богу, что мы нашли. Это очень хорошо, потому что это плюс к голосу, который у нас будет на собрании земель. Это очень-очень-очень-очень важно. Поверьте мне. Если кто-то не играл и не знает, насколько это важно. Собрание земель — самая жестокая вообще вещь, которая тут может с вами произойти. Она пострашнее, честно говоря, кошмарного уровня сложности. Какая прелесть. Вонище там, наверное. Жесть. Здесь лучше перед тем, как идти на собрание земель, просто облобызать каждый угол в этой игре. А это, кстати, что такое? Рексел, пропавший без вести. А, вот он где тусует. А я думал, он в Эльфинаже будет, а он тут. Это, оказывается, он был, наверное, вот этот вот друг, да? Или... Подожди, кто такой Рексел? Ну-ка, еще разок. Пропавший без вести. Битва при Астагаре. А, да, это он, слушай, прикинь. Подробности его исчезновения слишком расплывчаты, чтобы навести на след. Но будете вы смотреть его, бродя по городу. И вот, видите, нашли этого, нашли Рексела. Прикольно, я думал, он в Эльфинаже где-нибудь прячется. Ошу делает плохая память. Кстати говоря. Давайте туда жахнем электричество. Почему бы и нет? Мужички сейчас разойдутся немножечко. Чтоб луч... Ага, и лучники побегут сразу. Нет, нельзя так делать. Надо вот сюда выползти, просто чтобы им было по кому стрелять, чтобы они не двигались и никуда не убегали. Так, давай. Как ты очень странно передвигаешься, Стэнли. И стоит. А, ну потому что у него эта способность сразу активировалась. Ну потрясающе, почему бы и нет. Иди туда, где сверкает молния. Так, чуть-чуть отойдем. Угу. Отлично, сама себя подставила. Хотела бы сюда пройти, нет, не получилось. Ладно, в жопу. Кто там бежит-то за мной? Да, слушай. Так, дюранчик, уходим. Как пожелаешь. Ладно, не хотят, не надо. Сейчас я их сама подставлю. Так вот, я же паузу нажала, блин, все испортилось. Все неправильно, все не так, как надо. Как пожелаешь. Да твою мать. Да вот я так и знала, что сейчас они успеют меня оглушить до того, как я жахну морозом. Подстава гребаная. Направь меня. Я хочу вот этого тоже задеть. Но не получится. Так, ладно, быстренько лечимся. Так, ты этого бьешь. Тут их двое. Ну, блин, у меня есть сомнения, что я их разобью. Кстати, сейчас надо бы эти сомнения... Тихо! Я уже на кого-то использовала, да? Ах, грёбаный автоматизм, как я его ненавижу. Ладно. Что-то все не слава богу. Ну вот, ну дебила кусок. Ну.
Вот не чтобы вот он еще за... на него не попало, да? Ну он просто застрял, ну дебил. Ну давай еще, мне 20 тысяч раз. Ой, как меня это раздражает. Так. Так, хорошо, ладно, допустим. Ты убиваешь эту, ты идешь сюда. Лечишься здесь. Где же нажала? Идешь туда. Может быть, получится. Может быть, и нет. Сработало, зашибись. Стэнчик, идешь туда. Щибаешь вот этой фигой, то есть, чтобы они отлетели нахрен. Дебильно, конечно, у меня тут сейчас все получается, если честно. Тактика вообще хромает, ноги, ноги и хвост. Ну, ладно. Частично не получается, потому что персонажи тупят, когда не надо. Так, ты там почти умер, да? Змесеть, ну. Сдавайся, пока можно! Зачем они лезут? Ей! Левел! Замечательно. Ключ от подземной тюрьмы. О, какая прелесть. Так. Давайте чуть-чуть в хитрость кинем. Чуть-чуть, так самая малость. Вот это что такое? Вот уж... Здесь, наверное, не должно быть ничего, да? Ну, выглядит странновато, конечно. Почему нельзя было здесь, вот, чтобы вот не было вот таких вот вещей? Сделать вот, как, знаете, вот... Как, господи, как куда нажать? Как персонажа-то сменить? А, это же левел отдельного. Короче, вот когда, помните, одобрение получают персонажи, точнее, мы у персонажа получаем одобрение. Здесь первый уровень, второй, ну, то есть по отдельности иконки бы сделали. Зачем вот, вот так вот было делать? Что это вообще такое? И куда положить-то мне способность-то свою? Больше некуда. Обидно так-то. Конечно! Знаете, вот, кстати, в Инквизицию-то когда играла, я что-то там мысленно, знаете, побухчивала то, что... Прокачка там, конечно, упрощена очень как сильно, очень многих способностей каких-то, у магов особенно, у воинов как-то не так сильно это заметно. Способностей не хватает, прокачки как таковой нет. Знаете, а сейчас что-то посмотрела, а здесь примерно то же самое, только по-другому выглядит. То же самое, только в профиль, что называется, потому что там все сводится к тому, что ты получаешь уровень и активируешь способности просто подряд, которые у тебя по классу идут. Если ты там щитовик, тупо активируешь способности вот классовые щитовика. Здесь то же самое, только здесь еще есть как бы вариант там... Ой, там в Инквизиции есть еще вариант с авангардами со всякими, то есть побочные, которые... Мастер боя, то есть который ты можешь качать, а можешь не качать. То есть ты можешь выбрать действительно, куда вкладываться. А тут ты так и так вкладываешься, ну, в стандартную фигню, то что вот это тебе по-любому нужно взять... И это, грубо говоря, вот оружие, щит, это стандартная ветка, вот в Инквизиции точно так же. Но здесь у тебя, вот, кстати, вот как вот здесь сделали бы, вот тут, что мешало. Но тут у тебя при этом есть и вот это, и потом к специализации. Ну, то есть здесь, по сути, то же самое. Ты активируешь просто подряд способности, прокачки как таковой нету, можно так сказать. Можешь, конечно, сюда еще что-нибудь взять, но это можно и в Инквизиции. Так что, в принципе, вот то же самое, что там, что здесь. Единственное, что вот у магов там действительно чуть-чуть порезали способности. Там не хватает магии, духа всяких. Хотя дух там, по-моему, кстати, как раз таки есть. Но не хватает энтропии там всякого разного. Но ладно уж. Нам велели отступать. Протрубил рог, мы повернули, а потом начались крики. Мы скакали, они все кричали и кричали и... Что значит уступать? Ты был под Достагаром? Мама, ты чуешь запах крови? Они сказали, что это только порождение тьмы, но мы и их тоже съели. Они умерли, и мы бросили их. В болоте! Ведьма! Ведьма!
Полагаешь, он и впрямь видел там мою мать? Или просто винит ее в своем безумии? Ну, спятит-то он спятил, наверняка руки на себя наложит. А смысл его убивать, руки марать только? Иди. Угол? Здесь есть угол? А вон там? Забавно. Так, а вот кто это у нас тут такой стоит, а? Какой сейчас месяц? А, это ты! Ты враг Эрла Урина? Умоляю. Кажется, я здесь полжизни просидел. Этого чувака мы бы знали, если бы мы начали игру городским эльфом. Ой, забавно. Почему тебя тут держали? Сын Эрла выкрал мою невесту в день нашей свадьбы. А когда я попытался спасти ее, не помню. Она кричала, а он лишь смеялся. Я набросился на него и очнулся уже здесь. Даже не знаю, жива ли она еще. А что случилось? Это случилось, точнее, во время эльфийского восстания? Восстание? Я знаю, многие из моего народа были недовольны Эрлом, но восстание я даже представить не могу. Да уж, с тех пор, как меня схватили, многое поменялось. Мне надо узнать, что произошло. Мне надо вернуться домой. Или бежать из города. Спасибо за то, что ты сделал, незнакомец. Жаль, что я не могу отблагодарить тебя чем-нибудь весомым. Знаете, вот эта озвучка бы смотрелась хорошо. Святая Кара, ага. Смотрелось бы хорошо, если бы персонажи при этом не стояли как истуканы. То есть с анимацией, конечно, тут беда-бедовая. Это, конечно, печально. Ну, что поделать. Так, ладненько. То есть приходится додумывать, что он там, например, стоял в три погибели, казалось бы, да? С другой стороны, у других персонажей анимация такая прописана. Вот у того же самого безумца. Казалось бы, зачем я вот ткнула сюда, если я видела, что заперто, а? Это уже Эрл? А, не, подожди. Так, это вот как раз таки подъем. Нужен. Да какого хрена-то нужен ключ? Мы же все отперли вроде, не? Мы же находили ключ. А, мы находили другой ключ. А, наверное, это после Эрла будет, да? Ну-ка, пойдемте побеседуем с ним. А за говнюком. Я постараюсь. Так, так. Серый страж, должен сказать, меня удивляет то, что Эамон покрывает твое вторжение в мой замок и убийство моих людей. Он что, больше не верит в способность убедить людей на своем собрании земель? Да нет, я просто пришел за Норой. Так значит, ты теперь на коротком поводке у этой стервы-предательницы. А Нора обожает игры. Меня удивляет, что она согласилась играть с такими партнерами, как ты. Лучше бы ты, страж, удрал, пока была такая возможность. Сбежал бы Вандерфелс и затаился со своими собратьями. Собрание земель — это сущий фарс. Лагейн возьмет верх, а ты умрешь. Посмотрим. Только под тебя, товарищ Карл. Так, ну хорошо. Ну так нравится, как... Персонажи еще стоят, вдупляют, пока им по щам дадут. Так, Морриган. Морриган здесь все... Нет, стоять. Вот это что такое? Это надо убить. Это мне не нравится. Мы сейчас продвинемся вручную, потому что... Не умеет Морриган ходить по карте нормально, как и многие другие. К сожалению. Так, Стенчик, ты пока что переждешь, да? Засыбись. Так, Эрл. Так, вот это вот разбить, пожалуйста, Морриган. Дуй, говорю. Да твою мать. Так, о, разбился. Зашибисечка. Можно как-нибудь вот это, эти. Вот почему вот на того, на дальнего первым. А хотя это же оба враги. Чё-то мне почему-то казалось, что это кто-то мой. Чё-то я... Ну, бывает. Не всегда, конечно, проходит.
Ну что поделать? Скажу, что... О, этот раз... А, это... Я уже что-то губу раскатала, думала, неужели Эрл разбился? Но нет, конечно. Куда там? А чё Морриган-то встряла? Кто это сделал? Я не поняла. Что-то я не заметила. Так, ладно. Ой, это... Давай. А шел бы ты лесом-то, а? Что жирненький так-то? Как пожелаешь. Че ты там подрубил-то? Нет, знаешь, что, давай вот так. А как он это делает? Он же не маг. А, это, наверное, он же разбойник по классу. Там, видимо, что-то есть, да, такое? Своеобразное. Ну, это ему не поможет. Говори мне, что делать. Нажми, блин, кнопочку-то, ну. Ой, боже мой. Какие указания? Пошел вон. Так, видимо, что-то фигни страдает. Хоу, что ли, все? А, он исчез. Он же разбойник, блин, опять же. Ладно, ничего страшного, подождем. Я терпеливая. Ну вот, вылез. Напугал-то. Как пожелаешь. Стэн, ты там все? Молодец. Чё, ты не сдохнешь-то никак? Прорыв. До свидания. А! Ты не умер, что ли? Да мне показалось, он умер уже. У него же там шкала здоровья вроде пропала даже. Я её убежала. Чё-то там. Лечиться быстро. Чё стоим-то? Не, вот так вот давай. Слышь? Вот ты меня очень бесишь уже. Ну давай уже, умирай. Спасибо. Тут все, да? Ну, бывает. Нравится? Прокляни тебя, Создатель. Я этого не заслужил. Чуть не заслужил-то. По-моему, очень даже заслужил. Ключ Эрла Хоу, топор воздержания. Фигня. И оружие у тебя дерьмо. Сам ты дерьмо. Ай. Так, ладно. Как пожелаешь. Месть сладкая. Так, минуточку. Я все понимаю, конечно. Это что такое верхняя тюрьма? Там дворка была. Вот тут. Пойдемте попробуем открыть. Стоп, минуточку. Спасибо. Надо сохраниться. Это просто такое долгое выбое. Пусть откроется, пусть откроется. Спасибо. Чё у нас тут есть? А, ну это же, в принципе, начало. Это, грубо говоря, короткий выход. Чё-то я не сообразила. Ну, бывает. Так, минутку. А там еще было что-нибудь, что не открывалось? В верхней тюрьме, по-моему, было, да? Потому что тут мы бежали, здесь что-то... Подожди, а вот эта дверь... Подожди. Я не хочу ничего упустить. Но вроде... Не пугайте меня. Да-да-да. Это, видимо, верхняя темница была.
Надо будет потом там посмотреть. Все двери открыть. Стражник. Что у тебя есть-то, кстати? А? Бесит, конечно, когда они не сразу отображаются. То, что, ну, то, что можно поднять с них что-то. Здесь только сундучки. А сундучки, кстати, откроются этим ключом? Всего один момент. Ну, естественно, нет. А так-то обидно, конечно. Ну да. Стоп. А, это эти ребята. Ну да, получается, все, что могли, то подобрали. Стоп. Ты что же? А, нет, здесь тоже навык. Где ключи от этих сундуков? Что за подстава? Обидно, конечно, что нет, знаете, вариативности. Вот если, например, ну не хочешь ты с собой разбойника таскать, дайте возможность найти где-нибудь ключ. Пускай его будет сложно добыть, но пускай эта возможность будет. А если я, например, не приняла в партию Лилиану и убила Заврана, вот что теперь? Мне отказываться от того, что там внутри лежит? Всего один момент. Кто здесь? Не подходи. А, ты... Ты не можешь так поступить со мной. Я велю спустить с тебя шкуру. Я Эрл Денерима. Ну, вообще-то не совсем. Этого чувака мы бы тоже узнали в предыстории эльфа городского. Что ты тут делаешь? Ты кто такой? Ну, а я, конечно, король Антивы. Я Воган Кэндалс, наследник Эрлинга Денерима. Это правда. Это правда. Слишком много наших солдат погибло под Астагаром. Когда начались беспорядки, Хоу привел своих людей, чтобы усилить здешний гарнизон. По крайней мере, он так утверждал. Едва я впустил его во дворец, он бросил меня сюда. Как он сказал, еще одна жертва эльфийского восстания. Выпусти меня отсюда, я сделаю все, что ты скажешь. А, так ты сын Эрла, о котором говорил тот эльф. В моей комнате есть сундук, набитый золотыми. Освободи меня, и ключ от этого сундука твой. Да насрать мне. Так. А чё, голос нельзя его попросить на совете? Давай сначала ты дашь мне ключ, а потом я тебе открою дверь. Ага. Вот он. Ну давай же, выпускай меня. Спасибо, счастливо оставаться. С тебя Денерим будет чище. Это, кстати, можно было бы, мне кажется, провернуть такой выбор, если бы играли городским эльфом, опять же, если бы этот чувак остался жив. Но вот я не знаю, он дает вообще какой-то голос его семейка или нет? Вообще, конечно, лучше не убивать возможных союзников, лучше его спасти, а там его судьба сама покарает. Ты свободен. Клянусь, ты не пожалеешь о своем поступке. Я очень на это надеюсь. Ждем тебя на собрании земель. Так, предмет получен. Это какой сундук? Вот тот, который я только что пыталась отпереть, да? Ну-ка. Хотя нет, подожди. Это же не он, правда? Или он? Нет, это не он. А какой? Где? В моей комнате. Так, подожди, где... Ах, господи, идиотка, это ж темница. Какая комната? Ой, дура какая. Так, немножко не туда. Чё-то, знаете, привыкла, что рядом всегда все более-менее. Извиняйте. Чё-то спать не хочу, но зеваю. Вот породительная фигня. Так. Смилуйся, создатель, над верным слугой твоим. Даруй мне место у ног твоих. Адраста, невеста Создателя, смилуйся надо мной. Альфстада, это ты, сестрёнка? У тебя насморк, что ли? Я тебя не знаю. Или знаю. Ты настоящий? Ты кто? Ты здоров? Вот это точно, потому что у него нос такой заложенный, судя по голосу. Ты кто? Я Ирминрик, рыцарь-лейтенант Денеримской церкви. Ты не из людей, Таэрна? Я не исполнил свой долг. Прости меня, Создатель. Я провинился, и кто теперь знает, что он натворил?
Кто? О Малификаре. Чтобы спастись бегством, он обрушил на храмовников и магов круга магию крови. Я загнал его недалеко от Рэдклиффа, но люди Тейрна отняли его у меня и притащили меня сюда. А этого Малификара звали Йон? Да, он уничтожил свой амулет. Мы разошлись в разные стороны, чтобы найти его. Я был один. Ты же настоящий, правда? У меня сейчас такие странные сны. Умоляю, если ты не сон, помоги мне. Что я могу сделать-то? Отдай это кольцо Альфстанне, моей сестре. Скажи, что мне очень жаль. Умоляю, попроси ее помолиться за меня. Ну, так, хорошо. Вообще, кстати, у них забавные имена. Ирминрик, Альфстанна, какие-то они такие очень необычные, выделяются, да? Владычица вечных печалей, помолись за меня. Так я ж тебя выпустил, алло. Ну ладно. Будем надеяться, что когда-нибудь у него как-то на место все встанет там, в голове его несчастный, и он поймет, что как бы дверь немножко открыта, хотя, конечно, уже вряд ли. Уж сколько времени прошло, если магия крови на него так подействовала, что прям вообще все. Вижу. Победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти. Девиз серых стражей. Надо верхний этаж проверить. Подробно. Еще раз. Потому что у нас теперь несколько ключей. Два. Потому что один не считается, он для темницы был. Очень хорошо, что мы нашли всех, кого могли. Хотя как тут можно было вообще не найти, так-то если подумать. Не настолько сложная локация, чтобы заплутать. Вот в Пилларсах. Не, на самом деле... Там тоже, в принципе, довольно все просто, если брать подземелья. Но они там просто очень большие. И ты там так медленно по ним двигаешься. Здесь, короче, все значительные... Ой, нос чешется. Здесь все значительно быстрее, конечно, в этом плане. Ай, черт, не туда. Так, минуточку. Все понимаю, конечно. Это что? Анор. А, ну да, точно. Да ты, господи, где выход? Выход отсюда где? Замуровали где? Слушай, а правда, где выход-то? Я мечусь вот по этой какашке. А выход-то отсюда где? Он же тут был, правда? Мы же сюда как-то попали? А вот он. Незаметный такой. Ну, бывает, конечно, да. Так, ну-ка, откройся, пожалуйста. О, да. Что? О, а, это та самая. Золото. Золото. Я сделаю. Щит-хоу, кстати говоря. Два силы воли. А, печально. Так, ну ладненько. Ну-ка, разошлись. Господи, меня эти звуки каждый раз пугают. Сейф Вогана. А, то есть это был не сейф, это вот сейф. У-у-у, денежки 40 золотых. Прекрасно. Мало того, что там собрали, так еще и тут. Так, минуточку. Ну да. Давайте сохранимся на всякий случай. Товарищ Воган, что скажете? Ты только погляди на это. Хоу оказался намного хуже повстанцев. Да кошмар вообще. Я, кстати, поначалу, помните, когда там агрилась, солдат типа до сих пор в карты играют, я что-то попутала с Легансом. Это не то место, о котором я сперва думала. Что-то протупила. Я вообще забыла, что мы как бы в Денериме находимся, и здесь не может быть того места, которое мне почудилось сперва. Ну, в общем-то, если вы проходили эту игру за Кусланда, вы понимаете, наверное, о чем я. Я знаю, что Анора там, но я хочу сперва посмотреть, что-нибудь у нас тут тысяч.
еще открылась. Да ладно, опыт никогда не бывает лишним. О, смотри, со всех дверей сейчас повылазит. Надо покончить. На нас напали. О. Прям напали вообще, кошмар. Жить-то как после этого? Так, разбей-ка вот этого чувачка. Пассивочки. Стенчик. Давай, давай по-быренькому вот этого. Тюнинг. Дюранчик, давай. Морган. Так, вот. О, да, 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 да. Так, вин, 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 вин. Чё хотела? Я хотела взорвать вот этого урода. Ну, типа, да. Давай. Нет, не смей, не трогай. Ну да. Так. Дюран, ты там делаешь, да? Так, кого бы заморозить? Будь по-твоему. Красота. Это страшная сила. Так, что там с тобой такое? Дюранчик. О, дюранчик. Живи, дюранчик. Не смей умирать. Как пожелаешь. Минус. Дюранчик, пей, пожалуйста, лечилку. Это ты так выпил ее? Офигеть. Как будто бы и не пил. Так, ладно. Что у нас тут? Вот эти двое мне не нравятся. Вот там кто у нас стоит? Арбалетчик, шоп его вдышло. Так, включи-ка эту штуку. Та-да. Та-да. Ау, 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 ау. Вот, вот это плохо. Вот это очень плохо. Прям отвратительно, я бы сказала. Нет, давай вот этого ты добьешь. Дюранчик сюда. Так, что-то все согрелись. На Морриган, мне кажется, она этого не выдержит. Она, конечно, может немножечко отомстить. Подожди, кто тут самый хилый-то? Ладно, пусть будет так. Если... Она, конечно, доживет до этого чудесного момента. Нет, не доживет. Печально. Хотя не, подожди, еще можно успеть. Нет, нельзя успеть. Черт, стойненько. Отстойненько. Прям вот что-то совсем не очень. Как-то так вышло не очень. Их еще дофига, меня нифига. Так, надо вот отойти, потому что этот сволочь там стоит, стреляет. Так, ладно, кто тут самый... Самый-самый. Надо как-нибудь... Где они там, мои ребята-то? Я их не вижу. Вот так вот. Чтоб встали оба. Во какого черта? Подъем! Чуть-чуть в раз расслабились, господа. У нас тут вон целая битва. Так, надо вот так вот сделать. Вин подлечить. Не бойся, я скоро от этого оправлюсь. Лечимся, зашибись. Вин, лечись. Я же нажала, ну. Ах,
Так, ладно, маны у тебя нифига нет, не страшно. Надо покончить с этим. Морриган. Ты выпила? Не могу. Да какого хрена, я же нажала. Беги, женщина. Спасайся. Run for your life. Давай. Не надо так делать. Так, стенд сюда, дюран сюда. Вин... Нет, сюда я сказала. Винда. Покончим. Все. Хватит с меня. Морриган, милая моя. Дуй туда. Четверочка. Так. И вот так. Лечимся. Бум. Ой, жалко, не задело. Прям печально. Умрите. Умрите все. Так, капитан, ты явно не помрешь. Собака уже умерла. Вин, переключайся. Стэн, я думаю, тоже. Это сейчас... О, да, это был этот прекрасный звук. Так, ну и дюранчик. Давай, встречай арбалетчика щитом. Сейчас главное вот тех, которых в тех дальних комнатах не сагрить. Сейчас чуть-чуть тут постоять. Ошибись. Так. Я постараюсь. Как пожелаешь. Надо было сразу, вот честное слово, без этой самой идти. Без маскировки, потому что... Ну, ёперный театр, ну как? Серьезно? Ну, опыт же, ну. Хорошо. А это что такое? А! Так, мы же были там уже, да? Просто другой проход туда. Так, минуточку. Ага, Нора, да-да-да. Мне же нужно ее задницу спасти. Ну, нет, сперва я убью их всех, наверное. Но с другой стороны, это так долго будет. Хотя тут один, там семь. Давайте, давайте убьем, черт с ними, вот число. Зачем я нажала? Опыт, денежки. Это никогда не лишнее. Ну, типа, здрасте. Ты как немножко отстала, песа. Надо, кстати, сейчас проверить урон. 48,2. Тут? Ну, тут будет чуть-чуть побольше за счет рун, конечно же. Но их же можно переставить туда, правильно? Ну да, заметно больше. Надо эти руны туда перетыкнуть. Серьезно. Будет вообще конфетка, потому что там и броня ломается. Я еще все зашибись. Ребята, я предлагаю сделать ход конем. С удовольствием. Угу. Нет, нет, ждем пока часа. Какие указания? Встречаем. Готов. Просто угандонили. Откуда ты взялся вообще, объясни мне. Так, ладно, Морриган. Вин. Я предлагаю немножечко отгрести, кстати, сюда. Как пожелаешь. Чтоб они тоже сюда пришли. Дрюжный так. Вин, отвали. Что прикажешь? Так, стань сюда. Ну, не хотим. А теперь в бой! Надеюсь, ты теряешь больше, чем так. А, больно. Она мне сам куш.
Больно, да? Вот мне тоже стрелой не понравилось. Ай, черт, новенький. Хорошо. Ладно. Давай, иди сюда, скотина, я тебя так зашатаю. Я же нажала. Хотя, конечно, глупо здесь стоять, пока меня там лучник расстреливает. Ну, к черту. Я так не играю. Можно, кстати, было бы вот в эту комнату поставить кого-нибудь, чтобы воины стояли тут, а маги отсюда стреляли. Ну, господи. Это несерьезный враг, мне лениво настолько прям тут заморачиваться. Если честно. Я же на... Ну, я нажала, твою мать. Ну, Морриган, ну... Серьезно, так бесит. Ты вроде уже нажал, уже все, зашибись, у тебя тут зафиксировалось. И не получается. А время уже прошло. И ты паузу отжал, и они сместились, и получилась жопа. И вот этого можно еще разбить, пожалуйста? Сию минуту. Ну вот и стоим. Путешествовать с тобой! Одно удовольствие! Красота. Как любит говорить наш дюранчик. Так, что в тебе? Тебе? Серебряные монетки лишними не будут. Даже несмотря на то, что мы нашли сейчас 40 золотых. Забавно, кстати, как в Инквизиции упростили. Ой, ёперный. Нет, нет, это слишком долго. В жопу. Я согласна была только на этот коридор. Забавно, конечно, как упростили вот вариант с деньгами. Когда в Инквизиции находишь какие-то денежки, там сразу вынесли там 17 золотых, 10 золотых и так далее. Видимо, это сделали, потому что... Я не помню, кстати, как в Dragon Age во втором. Поэтому сейчас не буду про него говорить. Может быть, так сделали, знаете, специально, чтобы у людей не ломался мозг. Потому что привычнее всего, когда там получаешь за задание сколько-то золотых. А тут тебе с самого начала говорят, то, что 2 золотых, ой, это так много. И я помню свой первый приход в данную игру. У меня действительно ломался мозг. Я никак не могла привыкнуть, что это серебряные монеты. Сколько это, много вообще или мало. Очень сложно было как-то адаптировать все дело под себя. Спасибо. Не низковато ли это для стражника? Почему вы так одеты? Потому что здесь сейчас два вида людей. Преданные Хоу и преданные мне. Если меня обнаружат люди Хоу, убьют на месте. А мои люди захотят проводить меня назад во дворец, к отцу, который тоже может устроить, чтобы меня убили. Я тебя сейчас разочарую. Я, как бы это сказать, немножко без маскировки. Понимаешь? В чем проблема? Так что тебе придется сражаться в этих доспехах. А, о, ха-ха-ха-ха, они уже тут, смотри. Забавно. Страж, именем регента я беру тебя под арест за убийство Рэндона Хоу и его людей. Да что ты? Сдавайся, и тебя, возможно, пощадят. Не буду. Если ты такая тупая, что не понимаешь, что тут происходит... Это не мои проблемы. Не валяй дурака. От этой дамочки можно избавиться и без того, чтобы устраивать дешевую драму. Что? Ты точно знаешь, что делаешь? Я не пыталась на них нападать. Если мы убьем их, это лишь подкрепит лживое обвинение Логейна в мой адрес. Какого хрена? Не ожидала такого мирного оборота. Возьмите стража. До остальных Логейну дела нет. Я не собиралась, я хотела сказать... Что? Ты не знаешь всей правды. И в итоге вот этот вот дело... Как вообще? Как это связано между собой? Что за бред вообще такой? Я думала, мы сейчас начнем рассказывать. Там есть был, конечно, вариант про Анору, но я думала, и этот тоже вариант. Просто другой, именно другая фраза. Что? Какого? Что за бред вообще? Я сейчас посмотрю, где я окажусь, и если что, загружусь, потому что это нечестно. Тупо. К Логейну они мне сейчас, блин, 10 раз. Эамон, у нас беда. Хвала Создателю. А то я уже волновался, что все пройдет как по маслу. Спокойнее. Что произошло?
Стража захватили в плен. Да-да-да. Что-что? Как это произошло? Неважно. Вопрос в другом. Как его освободить? Я знаю, где он. Кольцо. У Серого Стража есть кольцо, с которым я смогу определить, где он находится. Как в воду глядела. Но добраться до него совсем другое дело. Помните, она про плен-то говорила? Это ж если тебя вдруг в плен там возьмут или еще что-нибудь... Не, знаете, пускай, ладно, так останется, потому что это интересный ход. Ну, конечно, дебилизм. Я хотела с ним поговорить просто как-то. Но получилось туповато. Почему там не было варианта, то, что слушай, выслушай нас, мы спасали Анору, то есть повторили бы мне эту возможность сказать про это. Но нет. Ай, лол. Ну, знаете, так даже интереснее. Как сказал Алистер. Когда идеально, тогда неинтересно. Ну, не то сказал, но вы поняли, что я хочу сказать. О боже. И я где-то тут. Снова здесь? В этих? Или это другие? Нет, это вроде другие. Какие-то. Лол. Напоминает Fable. Вот прям очень сильно. У тебя такой вид, словно тебя во всем дерьме мира изваляли. Что ты сделал? Ты на себя-то посмотри, тебе вообще голубь в глаз насрал. Билл Рэндера Хоу. Разве же это злодеяние? Это услуга обществу. И все же тебя повесят. Хотя нет, если бы ему голубь в глаз насрал, глаз был бы белый. Ну ладно, будем считать, что это какой-то особенный голубь. Волшебный. А, во, кстати, да, мы можем либо прийти спасти, а можем выбраться сами.